Они доказали вновь, что их возможности безграничны. В Чувашии разыграли награды турнира по легкой атлетике среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Кубки и медали победителям вручили в минувшие выходные. Соревнования по легкой атлетике в этом году дали старт новому паралимпийскому циклу. По итогам стартов в Новочебоксарске начнут формировать национальную команду для участия в весенних сборах в Кисловодске. Я занял первое место. Хороший результат. Мне здесь нравится, как по-домашнему. За три дня разыграли 130 комплектов наград в прыжках в длину, толкании ядра и легкоатлетических забегах. Паралимпийцы говорят, что в Чувашии соревнования по адаптивным видам спорта всегда проходят на высоком уровне. И нам всегда идут навстречу, как бы даже если у нас какие-то проблемы возникают, наши организаторские проблемы, да, естественно, ваша организация это как бы решает в ближайшее оперативное время, то есть нету там отказа, нету, все прекрасно, все устраивает. Здесь манеж, отличный манеж, есть и зона разминки, и сама дорожка беговая, и сам манеж, ну, достаточно классно здесь бежать. Круто здесь бежать, можно быстро, здесь классная дорожка, так что соревнования здесь на уровне проходят. Неоднократно у нас были и в Чебоксарах на открытом стадионе олимпийские подобные мероприятия, даже выше чемпионата России. Уровень, соревнования, которые проводят чуваши по легкой атлетике, в том числе с поражением опорно-двигательного аппарата, всегда традиционно высокий, профессиональный. И это дает нам возможность непосредственно развивать команду.